целях выявления правонарушений жителями города в плане незаконной врезки в сетевой газопровод и длительное уклонение от оплаты за пользование природным газом, руководством республики совместно с силовыми ведомствами было принято решение провести ряд мероприятий по выявлению административных правонарушений и принятию мер по их устранению, рассказывает юрисконсульт Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Майя Ахмедова. У нас есть распоряжение министра с привлечением сотрудников органов внутренних дел и сотрудников газовой службы, контролеров. И проходит сейчас в рамках операции «Неплательщик» в течение 10 дней. Такие рейдовые мероприятия по домам, которые самовольно подключились к газу и которые не оплачивают. Например, этот дом, мы сняли здесь материал, который он как раз-таки подключился самовольно изначально. У него была задолженность более 100 тысяч. Потом газовую трубу отрезали, он там видно как раз, и он далее опять-таки сам подключился, уже через шланги. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно со специалистами газовой службы было выявлено более 100 лиц, самовольно подключившихся к сети газопровода. По всем ним составлены протоколы об административном правонарушении. Хотелось бы просто назидание нашим гражданам сказать, что оплачивать за услуги, предоставляемые государством, то же самое свет, газ, это необходимо. И, естественно, самовольно не подключаться, потому что сейчас оформить документы на газ стоит чуть больше 7 тысяч. По-моему, это будет намного законнее и правильнее. Как объясняют специалисты, подобные мероприятия по выявлению нарушений будут проводиться на постоянной основе, обращая внимание, что несанкционированное подключение без разрешения соответствующих служб несет за собой не только административное наказание в виде штрафа, но и угрозу чрезвычайной ситуации. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».